Сочи стал традиционной площадкой для тренировок. Здесь и погода, и условия устраивают футболистов, причем как ребят с Сахалина, так и спортсменов из Еревана. Кстати, в команде «Арарат» играют не только армяне. В Сочи приехали аргентинцы, бразильцы, французы. Меняется состав и футбольного клуба «Сахалин». Здесь новый тренер Игорь Добровольский и несколько новичков-футболистов. Кроме тренировок, которые проводятся два раза в день, запланированы подобные контрольные матчи. Сейчас самое время, чтобы хорошо подготовиться перед Кубком футбольной национальной лиги, вторая часть сезона которой стартует в Турции в феврале. В ней принимают участие 16 команд. Мы прилетели сюда 18-го. С 18 числа у нас начался здесь сбор, и он продлится до 4-го, соответственно, февраля. 4 числа ребята будут распущены домой и уже соберутся 8-го в Москве, а 9-го мы вылетаем в Турцию, в Анталию, и будем с 12-го числа проводить турнир ФНЛ.